Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Joy Project. И сегодняшнее видео я посвящаю моменту, который связан с усовершенствованием катамарана, непосредственно с креплением кассет. Как вы знаете, столкнулись с проблемой то, что резинки, которыми формировались кассеты, они не выдержали ультрафиолета. Это оказалось для них естественным, я этого не знал тогда. И все порвались, то есть баллон оставался сформированным, но в то же время получилось так, что внутри все резинки порвались, и все кеги находились только внутри баллона, только за счет сетки. Я решил исправить эту ситуацию, и поэтому решил вытащить все баллоны изнутри и скрепить их другим способом. А каким? Сейчас увидите. Итак, вот он наш баллон, наполовину уже пустой, первую часть мы вытащили, кег, вторая часть еще внутри. Как вы видите, да, остатки резинки, остатки резинок там, уже как мусор внутри. Я их тоже вытащу, и затем вместо этих кассет вставим новые. Вместо резинок я решил использовать пластиковую ленту, то есть это обычная кега, которая не кондиция, нарезанная лентой, ширина примерно 3-4 сантиметра, ну длина у меня получилась с каждой кеги примерно 16 метров, это с учетом если резать крышку и дно, если без этого, то будет покороче. Вот у меня готовая кассета, вначале использую резиновую стяжку, как обычно, для того, чтобы сформировать кассету, а потом две пластиковые стяжки. Связываю их таким же самым узлом, как и резинки, встречным узлом, вот один, и вот он второй. И сейчас буду при помощи термоусадки стягивать это все вместе пластиковыми лентами. За счет чего достигается стягивающее свойство ленты? Дело в том, что просто так механически руками очень сложно затянуть до нужного размера, до нужного натяжения, чтобы кеги были плотно стянуты между собой. Для этого я использовал термоусадочные свойства этой ленты. После того, когда обвязал круг вокруг кассеты при помощи газовой горелки, обрабатывая свободные участки ленты, они стягиваются очень хорошо и формируют такой плотный ремень. И вот что получается после термоусадки. Лента очень сильно стягивается и работает не хуже, чем резина, а может быть даже лучше. После того, как сформированы кеги, сформированы новые кассеты, их нужно вставить обратно в баллон. Вот за мной сейчас новый баллон и старый баллон. Как видите, отличается даже эстетически, совсем по-другому выглядит. Ну и еще хотел сказать, что немного по-разному в этот раз мы установили сами кассеты. Если до этого установка кассет была одна за другой в стык, то теперь я крышками поставил друг с другом. Почему? Потому что во время разборки катамарана, во время разборки, сборки, заметил, что когда идет небольшое изгибание каркаса, то некоторые бутылки становятся, ну как-то вот донышко одной бутылки надавливает на крышку другой бутылки, и та начинает немножко травить воздух, то есть немножко спускать. Когда мы проверяли сейчас этот баллон, оказалось, что ну, около, наверное, 5 бутылок немножко поспущены. Мы их будем сейчас накачивать
и использовать в дальнейшем. Но вот такой момент имеет место быть, поэтому теперь надеюсь, что когда они будут стоять горлышками друг к другу, то такого не будет происходить. Каждая кассета притянута к раме при помощи еще одного стяжного ремня. Мы это сделали на берегу, чтобы было проще. На воде это делать сложнее. После стяжных ремней делаем еще одну дополнительную защиту. Ставим сверху небольшую сетку. Сетку обычную веревочную. Вместо этого мы взяли волейбольную сетку, которая продается в магазинах. Вот такая получилась у нас модернизация. Баллоны собраны. Дальше опять начинаем сборку катамарана и его доработку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нам очень важна ваша поддержка. Спрашивать, если что интересует, в комментариях. Всегда обязательно ответим. Ну и, конечно же, приятно будет, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они узнали больше об этом проекте и чтобы он двигался еще быстрее и быстрее. А мы делаем для этого все возможное. С вами был проект Joy Project. Делайте то, что вам нравится, то, что доставляет радость. И сегодня сделайте хотя бы так, чтобы хотя бы один человек рядом с вами улыбнулся. До новых встреч! Больно, больно, колет.